Валюта, курс и прочее – это от нашего безумия. Вот я вам точно говорю, от нашего просто безумия. Если мы начали бегать по обменникам и излишне переживать, ну так отсюда будет и курс. Я уже на это так романтично смотрю. Особо не вмешиваюсь, как это было 15 там, или 10 лет тому назад. Поэтому смотрите сами, у нас валюты хватает. Если вы хотите перейти на доллар, который охвачен огромной инфляцией, потому что доллары напечатали, когда пандемия началась, это, помните, закрыли производство, локдауны, закрыли людей в квартирах, ну вы это все помните. Но начали штамповать, печатать валюту, доллар, пошла инфляция. Хотите доллар, пожалуйста, переходите на доллар, но имейте в виду, потеряете больше, чем на белорусском рубле. Но это дело каждого, чего же мы будем убеждать людей спустя столько лет. Поэтому вот от этого зависит цена, ценообразование. Самая тяжелая проблема не в плане того, что сдержать цен. Но вы должны понимать, если мы заморозим цены, а инфляция в основном со стороны к нам приходит, оттуда, потому что там обесценились деньги, там и до сих пор производство не восстановилось. Рост на, ну, природный газ, я тут говорил, на нефть, больше 100 долларов уже нефть мы покупаем, металлы и прочее в 2-3 раза подорожали. И как я буду сдерживать цену на трактор, например? Если я его начинаю сдерживать, производство развалится, потому что у них цена низкая, а себестоимость растет, она превысит цену самого изделия, производство остановится. Поэтому это очень тонкая-тонкая такая сфера, но я понимаю, она бьет по людям, но мы не живем в изолированном мире. И вы знаете, даже Америка, которая вроде достаточная, самодостаточная, она имеет практически ту же инфляцию, что и мы. Примерно такую. Но на самом деле, какая у них инфляция, трудно сказать. Мы показываем реальную инфляцию. Ну да, тяжело, 9 с лишним процентов за год. Но, Олег, жить-то можно. И в этой ситуации нам надо просто выжить. Поэтому цены, где надо, придерживаем, где надо, сдерживаем. Цены на отечественные, допустим, продукты питания нам понятны. Там мы все считаем, это подвергается счету. Импортные, кто его знает, покупаем по мировым ценам. Поэтому вот это и идет инфляция.